В Хасавюртовском районе республики продолжаются поиски трехлетнего мальчика, забитого Мухаммада Шамильевича, проживающего в поселке Аэродром Хасавюртовского района. Ребенка не могут найти вот уже четвертые сутки. По данным МВД, информация пока неутешительная. Поисковая собака, взяв след малыша, дошла до берега реки Ярексу, где и села. А это значит, что там след пропавшего малыша обрывается. Однако надежда на лучший исход все еще сохраняется. Всех владеющих какой-то информацией о местонахождении пропавшего ребенка просьба сообщить по телефонам, которые вы видите на своих экранах.